Почти 400 человек, в том числе 59 группировок, занимавшихся скотокрадством, задержали в прошлом году. Такой информацией сегодня поделились в Министерстве внутренних дел. К примеру, в Алматинской области четверо преступников совершили целую серию краж чужого скота. Они похитили больше 30 голов лошадей. Животных вывозили на заранее арендованных большегрузных автомобилях. Впрочем, вспомнили в МВД и довольно курьезный случай, когда крупный скот транспортировали на легковой машине. В Восточно-Казахстанской области скотокрады перевозили лошадь на «Жигулях». Другие и вовсе пытались спрятать животное дома. Задержанным преступникам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Напомню, наказание за скотокрадство ужесточили в 2021 году. Для борьбы с преступными группами в регионах постоянно работают оперативно-поисковые группы, которые проводят рейды по скотным рынкам, местам забоя скота и его стихийной торговли. В результате организационных мер и целенаправленной работы за истекший период текущего года, 2023 года, задержано более 300 скотокрадов, в том числе 59 преступных групп.